Опа, Ваня запищала. Запищала. Размочила, да? Ваня, что-то запищала. Это совесть. Да, да. Я на этот самодор Теперь повтори. Да, буквально метров 5. И повтори, разочек. Повторюшку. Ну, думаю, такі річки не бачили? Хотів. Хотів. Хотів набрати. По одной да по одной. Да ладно, по одной можно и 300 поймать. Давай. Давай. По одной, по одной. Бросаю. Опа, Риоби загудело. Запищало. Подшипничек отработал от Риоби, да? Он вот этот пищит, подожди. От Риоби, да? Я его только мазал все. Нет, вот. Куда голову не повернули? Рядом, бросай. Да. Да, все, все работает против вас. Да? Считай, что поймал. Что там-то? Китайская Народная Республика. Да. Made in China. Ого-го. Серёг одна, ого. Ого. Поперёк, но зато какая. Выходите, да, сегодня. Фу, вот. У нас все позиции выбиты. Да. Все позиции. Все по местам. Взяты, да. Все позиции. Да. Все по местам. Риобичка крутит. Риобичка. Риобичка. Руёбе? Руёбе. Руёбе. Бросай. Бросай всё. Команда. Бросай. Бросил. А подшипник свистит. Ого. Ну, продажу нет, но пожрать будет. Бывает наоборот, на продажу есть пожрать. А пожрать нет, да. Свежая рыба, свежая рыба. А вы что-нибудь говорите? Свежие газеты, свежие газеты. Аккуратно. Бросаю. Она была. А где была? Ну так она сейчас будет декорировать. А где была? А видела или нет? Немає, не треба. Там все нормально. Здесь,
аккуратно. Ну, он видишь, у тебя не сильно... Да не сильно, да, и напрягается. А там же все впереди 5.25, это здесь 5.25, а там все уже переделано у тебя. Там mm-hmm. уже переломано 30 раз. Да, там уже это уже... Это уже третий какой-то конь. 5.35 уже. Это уже кончик срезанный 5 раз. Она настолько сильная, что поднимает даже груз. Да, да, Юрч? Да, очень сильная рыба. Сильная рыба? Нет. Сильная и бодрая. Отдыхает, ладно. Ты взрослый пока заглядываешь. Аккуратно. Да. Я еще успею бросить. Да, что-то ребочка. Пыхтит. Напрягает обстановку. Бушка пихтит. Не попал. Не попала, блядь. Ребушка запихтела. Запихтела, блядь. Задурела вас. Ну, последняя вообще такая на селедку похожа, да? Ноль короткая, понимаешь, если ноль была подлиннее, еще три телевизора стояло, понимаешь? Не, ну именно что я понял, что же там торгом? Конечно, не вяжет. Внутри это максимально. Ну, с органом можно, типа, да? Конечно, не вяжет. А себе куплять кому-то? Ну, кому-то хочешь что-то продать? А себе куплять новый, блядь, Мерседес. Рыбал бы другой. Да, вопрос там, да, что-то сейчас кто-то хотел купить. Просто почему-то эти бывает. Я хотел лень на морозилку поставил. Она по одной берет. Она берет вот так вот лентами. Она берет по одной на... Рыбу. Ты ловишь, сам одну поймал, сам одну поймал. Пока война закончится. Раз в 20 минут одна рыба. Торговля. Да, право на торговлю. О, ребушка запела, да? Да, Юрчик. Половина отлетела, блин. Ну ничего, и то доброе. Нам-то пожрать. Нам-то таранечку зрубити, нам много не надо. А долго солишь? Сутки, 24 часа, да. Сутки. Но потом вымачиваю водой, чтобы не соль сошла. Вначале попробую. Не-не, я так не буду. Как пробовать? Голову тут запотели. Ну, ёбушка запела. У кого это такой телефон? Это Nokia 3310. Да, у меня такой дома. Да. Connecting people. Слава богу, что я сюда не нашел. Ты про телефон или? Да. Nokia, про телефон, про телефон. Да, отвечаю, правда. Ты причем, который по нет? Который по нет, как сказал. Что там по часу? Без 15.09. Ого. Есть? До 9 еще можно попытаться. Подуреть. Да. Дальше ночная рыбалка. Подвязаться. Да, дальше приеду. Ночь. Дальше тяжелая ночь. Дальше 3 часа рыбалки. Дальше приходят силикончики и все. 3 часа рыбалки. И до утра. А дальше и до утра фестиваля. Военные ловят, блядь. Да. Команда своего.
да, аккуратно. Военные командосы. Это самое опасное. Давай. Бросай аккуратно. Осул парочка отрабатывает. До половины вот. Салпара до половины гнется. Да, что-то такое нормальное, да? Прима, блядь. Прима без фильтра. Я знаю. Я знаю. Мать землю раздают, приезжает немец там. День идет. Американец два идет, говорит, а не, мне хватит. Японец идет три дня, а, не хватит. Наш украинский день идет, два, три, четыре, пять, идти уже не может. Ползет, ползет, уже ползти не может, вот, и берет шапку, снимает. А тут я еще и гирки посажу. Да? Ну что, там грушу эту бьют или что? Ну да. Очки выбиваю. Аккуратно, дракон аккуратно. Да. Да, сразу Антона накрутил. Ну все, привет. Грушу выбивают. Аккуратно, Юрчик, сейчас. Я свою порцию возьму. Беру, беру. Я сейчас заберу свою жару. Говори. Мапочка, наверное, больше не будет. И морские звездуны, что я.